Всем привет, дорогие друзья! С вами ваша Виктория, а это по-прежнему парфюмерный канал Vita Can Fly. Ничего не меняется, кроме моей прически. У меня такое небольшое осеннее обновление, состригла весь негатив и двигаемся дальше только с позитивом, с хорошим настроением. Дорогие мои друзья, сегодня выполняю ваш запрос. Я расскажу вам про все мои кофейные ароматы. Я считаю, что это достаточно редкая, очень необычная нота, нота кофе в ароматах, и она именно на любителя. Я, безусловно, обожаю кофе, различные кофейные напитки. Мне безумно нравится таким образом поднимать себе настроение, согреваться в холодное время года. Не могу сказать, что в моей коллекции много таких ароматов, но подборочку на 10 различных вариантов все-таки я сумела создать. Если такая тема вам близка и интересна, если вы хотите вместе со мной погрузиться в мир различных, совершенно различных ароматов, то давайте вместе и начнем. Поехали! Дорогие друзья, и по традиции я поделюсь с вами своим именным многоразовым промокодом на сайте Rendezvous 10 Vita, который подарит вам скидочку 10%. Мне очень приятно, что многие девочки пользуются моим промокодом, вы мне пишете об этом, и я вас за это благодарю. Многие ароматы, конечно, я приобретала и заказывала именно на этом сайте. И как раз первый аромат я заказала после нашей игры прекрасный. Она была год назад, слепые за тесты. Мне посчастливилось стать одним из победителей в этой игре. И я получила в подарок вот такой потрясающий кофейный, ореховый, белоцветочный, немножко кокосовый, теплый, округлый, пушистый, шершавенький аромат пассаджата от Руссарди. Многие с ним знакомы. Какое-то время, долгое время, это была именно моя парфюмерная мечта. Потрясающий аромат. Я даже ради эксперимента летом его на себя нанесла. Он был неинтересен для меня, плоский, совершенно не так раскрывался. А вот сейчас, в прохладные осенние дни, это сказка. Это фееричный, дивный, красивый, просто необычный аромат. Вот он укутывает меня, он согревает меня. Когда у меня плохое настроение, когда я наношу на себя именно этот аромат, я сразу погружаюсь в какие-то, знаете, прекрасные мысли, мне хочется двигаться дальше, мне хочется собрать себя в кучку и дальше вкалывать и работать. Так что, друзья, присмотритесь, даже если вы не любите кокос в парфюмерии, то не стоит его здесь бояться, он дает такую мягкость аромату, нежность аромата, он где-то на фоне, здесь потрясающие белые лепестки жасмина, все это посыпали корицей, добавили лесной, не горький, не маслянистый, приятный орех, нота кофе здесь очень хорошо слышится, и настолько здесь все гармонично звучит, настолько ноты дружат между собой, я в восторге от этого аромата, конечно, храню его в очень красивой коробочке. Друзья, присмотритесь, и всегда можно заказать себе отливантик 1,5 или, к примеру, 8 мл на сайте Rendezvous. Одна из самых лучших покупок прошлой осенью, это, без сомнения, это Камра Кауа. Я обожаю этот аромат, друзья, присмотритесь к нему. На осень, на зиму это один из лучших вариантов доступных. Я очень хорошо и активно этим ароматом пользуюсь в холодное время года. Вот такой красавчик, здесь даже видно, как я им активно пользуюсь. Это свежезаваренный, густой кофе, без молока и без сахара. Его посыпали кардамоном, отчетливо ощущаю здесь эту ноточку. Здесь есть тонкая имбирная ноточка, где-то ближе к сердцу. На фоне засахаренные фрукты, даже больше цукаты, добавили ваниль, другие теплые пряные специи. Какой же здесь красивый кофе, я просто от него в восторге. Причем, я бы сказала, это просто очень хороший, качественный аромат. Он, ну, небольшой такой ДНК восточности имеет, но в целом это очень круто, это замечательно. Не бойтесь восточную парфюмерию, изучайте мои видео, если вам интересно. Я очень-очень много рассказываю про восточные ароматы, потому что здесь действительно есть о чем поговорить. Ближе к базе аромат становится более густым за счет смол,
Плюс добавляются бобы тонко, какая-то приятная мягкая древесность. Звучит потрясающе. Я его представляю и на мужчинах, почему бы и нет. Это красиво, это хорошо. Опять же, всегда можно заказать отливантик. Густой, мощный, кофейный, специевый аромат, где в основном я слышу кардамон, корицу плюс имбирь. Красиво, замечательно, прекрасно, феерично. Двигаемся дальше. Я, видимо, являюсь поклонницей серии ароматов Оливье Креспо Акро. Один из ароматов моей коллекции Акро с нотой кофе, это, конечно же, Awake. Это очень круто, это классно. Аромат унисекс. К примеру, вы можете приобрести этот аромат вдвоем со своим мужчиной, мужем, парнем и пользоваться вместе вдвоем. Это очень красиво. Это, опять же, свежезаваренный, свежесваренный кофе без молока и без сахара на фоне приятные цитрусы. Кофе такой терпковатый, прям вот он теплый, обволакивающий. Я здесь слышу на фоне нежные цитрусы, они здесь не бодрые, не яркие, они, скорее всего, тихие, как будто бы они здесь именно для украшения композиции. И ближе к базе, к завершению аромата, я слышу здесь суховатый, припыленный, высушенный на солнце ветивер. Очень классный, крутой аромат, мне он безумно нравится. Очень простое оформление, простая пирамида, но звучание здесь интересное. Вот оно меня к себе манит, мне хочется его изучать, носить на себе. Это замечательно, это красиво, хвалю. Отдельно отмечу, что у нашего любимого восточного бренда Fragrance World есть целая серия кофейных ароматов. На моем канале уже есть отдельный обзор на 4 аромата. Проходите, смотрите. В каждом аромате кофе по-разному обыгран. Также у бюджетного российского бренда Sergio Nero тоже есть кофейная линейка. Она у меня есть в коллекции. Если вам интересно, напишите об этом. Я сниму подборочку бюджетных кофейных ароматов. Следующий аромат, который я вам покажу, это Аджайеб Дубай. Также снимала на 2 аромата из данной серии отдельный обзор. Очень интересно. Что-то ближе к нише. Я думаю, что в слепых затестах многие парфумовлеченные люди сказали бы, что это ниша-нишенька наша, любимая, неизученная, такая глубокая, такая интересная. Аромат не для всех, сразу скажу. Многих он может отпугнуть, потому что здесь очень ярко выраженная нота шафрана. Я знаю, что с шафраном многие не дружат. Я только в некоторых ароматах могу его на себе носить. Он тоже иногда меня даже отпугивает, отталкивает от себя. Это очень круто для меня на, опять же, холодное время года. Осенью я очень часто его носила. Давайте я вам покажу этот прекрасный, очаровательный флакон. Его так приятно держать в руках, друзья мои. Опять же, это кофе без молока и сахара. Кофе, которое украсили шафраном. На фоне где-то какая-то небольшая фруктовость, я точно помню, что там в пирамиде ананас, но это просто какая-то такая сочная небольшая фруктовая нотка где-то далеко-далеко. Добавляется нежность фиалочки, ее листа, все это посыпали шафраном, как я уже говорила, добавили древесные аккорды, залили тягучей карамелью, добавили немножечко теплых смол, и получился вот такой красивый Аджайеб Дубай. Кофе, шафран, небольшая фруктовость, легкая припудренность плюс карамельность. Для мужчин и для женщин это густой аромат, тяжелый, сложно сочиненный. Повторюсь еще раз, не для всех. Я когда снимала обзор, мне многие написали, что кто-то в восторге, кто-то его не понял. Ну, парфюмерия, она такая, каждому свое, как я люблю говорить. Еще один аромат, это уже более-менее бюджетная парфюмерия. На скидках, акциях аромат Sergio Nero Splendida, который является аналогом нашей с вами любимой и иногда нелюбимой туфельки от Carolina Herrera, можно всегда приобрести со скидками и по достаточно приемлемой цене. Присмотритесь, если вы любите сладкие, цветочные, фруктовые, кофейные ароматы. Очень сладко, вот прям даже немножечко чуть-чуть послепательно для меня порой иногда. Но я ношу, конечно же, этот аромат. Это персик сладкий, это белые цветы, немножечко запудривается, становится более нежным, легким за счет ириса. Все это залили медом, и вот уже ближе к базе появляются нежные, тихие ноточки кофе. Кофе с медом, кофе с лепестками, с белыми. Здесь даже добавляется пион, тоже такой он прохладненький, приятный.
женственный аромат, даже праздничный в какой-то степени. Вот я бы его надела на какую-то вечеринку или на день рождения. У него средние технические характеристики. Присмотритесь, друзья. Следующий аромат – это один из самых, на мой взгляд, лучших фланкеров аромата Yes I Am Cacharel. Yes I Am Delicious. Я вам тоже про него уже рассказывала. Заказываю его тоже на сайте Rendezvous целенаправленно для того, чтобы носить его именно осенью. Здесь нет в пирамиде ноты кофе, но я ее отчетливо ощущаю ближе к базе. Это ореховый аромат, это белоцветочный аромат, сладкий. Здесь есть какао, темный шоколад, очень согревающий аромат, поднимающий настроение. Сладкоежки вот вам сюда однозначно. Всю эту прекрасную, очаровательную сладость посыпали кардамоном, другими теплыми, невосточными специями, и получился Yes, I am delicious. Очень приятные здесь лесные орехи, не маслянистые, нота какао тоже прекрасная. Все это очень ладно, дружно между собой переплетается. Хороший аромат, я его очень часто сейчас ношу. Дочка моя средняя, Алиса, тоже иногда его на себя наносит, ей нравится, присмотритесь. Ну а кофе здесь ближе к базе, с плиточкой темного шоколада. Очень интересно. Этот аромат обязательно в дальнейшем будет у меня в коллекции в полноразмерном варианте. Он занесен в мой личный список хотелочек. Это прекрасно. Опять же, на осень, на холода, но это просто какое-то волшебство во флаконе. Мансера Амора Кафе. Неоднократно упоминала его в своих видео, потому что это невероятно красиво. Это густой кофе. Без молока и сахара, без меда. Здесь он именно такой алкогольный, потому что в кофе добавили амаретто. Он такой тоже сладковатый, какой-то он такой тягучий, немножко чуть-чуть ореховый. И далее на красивой тарелочке мы на стол поставили расплавленный пломбир, который посыпали и обычным сахаром, и ванильным сахаром. Есть какая-то такая небольшая амбровость ближе к базе, приятный. Сладкий, кофейный, немножко алкогольный аромат, друзья, присмотритесь к нему. А вот следующий аромат очень доступен по цене, тоже рекомендую к нему присмотреться. И посмотрите, друзья мои, насколько сильно он мне нравится. Это Паскаль Морабита. Если вам интересно, я сниму отдельный обзор на ароматы из моей коллекции данного бренда. Называется он Purple Lady. Аромат создан в стиле Black Opium и в Сен-Лоран. Очень красивый, тихий, спокойный, ладный, воспитанный, приятный, женственный, красивый, округлый аромат. Отчетливо здесь ощущаю сладкую, даже ближе к нектарной грушу. Груша с флёрдоранжем. Много белых лепестков, такой плотненький аромат, густой, ближе к сердцу. На фоне приятные тихие цитрусы. Все это посыпали ванилью, добавили пачули. Ну а в центре стола, конечно же, кофе. Кофе, скорее всего, именно тоже с ванильным сахарком. Очень приятный, глубокий аромат. Вот у него очень простая пирамида, но он для меня сложный, красивый. Технические характеристики у него тоже очень приличные. На мне он держится 4,5-5 часов. Шлейф у него чуть выше, чем умеренный. Я довольна, ношу, мне нравится. Данный аромат я решила показать в этом видео. Да, это снятость, но его еще можно найти. И я помню, что однажды девушка предлагала совершенно любые деньги. Она хотела приобрести у меня этот аромат, но я не сдалась. Я решила и оставить его в коллекции, потому что он очень сильно мне нравится. Это Escada Dizaimi. Аромат какой-то перевертыш. Вот он стартует очень инфантильно, как-то очень так легко, по-девичьи, такой вот как будто бы незамысловатый простой аромат. Нет, друзья, потом он показывает свою самую такую темную, интересную, загадочную сторону, он начинает нарастать, нарастать в своем звучании, добавляются разные белые лепестки, и розовые лепестки, и какая-то есть здесь нежная свежинка, зелененькая. И ближе к базе появляются интересные, такие самобытные, шоколадные, кофейные ноты, какие-то цукаты на фоне, сладость, сахарок. Для меня это очень необычный аромат, потому что действительно очень необычно звучит. Сначала инфантильно, легко, просто, а потом он растет, 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 набирает свою силу и как взрывается вот этими шоколадными кофейными мотивами. Очень интересно, поищите, если вам хочется найти что-то такое необычное для своей коллекции. Кофе
без молока. В основном здесь сегодня все ароматы, где просто именно густой, свежесваренный, только что в турке, кофе. И последний аромат, который, конечно, всем вам знаком, это кошарель ноа. С этим ароматом тоже у меня интересная история. Во-первых, я его люблю всей душой. Этот аромат должен всегда, абсолютно всегда быть в моей коллекции. Я не знаю уже, какой это по счету. У меня флакон. Для меня это воплощение чистоты, женственности. Здесь одни из самых красивых белых цветов. Причем здесь настолько пышный, разнообразный букет. Здесь даже лилия есть, которую я не очень-то жалую в парфюмерии. Настолько красиво мой любимый, обожаемый, многоуважаемый, талантливейший Оливье Кресп создал. Это настолько хорошо, правильно и грамотно, что вот даже придраться здесь не к чему. Здесь есть и фруктовость, и приятная мускусность, здесь есть дерево, и вообще здесь в пирамиде заявлен кофе ближе к базе. По-моему, в базе он там и есть. Я всегда говорила, я не слышу кофе, я не ощущаю здесь его. Напишите мне, кто слышит. И многие девочки писали, да, Вика, мы ощущаем здесь кофе в базе. Вы знаете, вот именно перед обзором начала изучать, начала смотреть с разных сторон этот аромат и понимаю, что вот там, где я слышу мускус в базе, вот где-то на отголосках Оливье Кресп как будто бы действительно добавил вот не то чтобы свежезаваренный густой кофе, а именно, вы знаете, кофе, который распространяется по дому, по квартире, когда его на кухне сварили, когда ты находишься где-то в дальней самой комнате, вот эти приятные, такие нежные, тихие струйки кофейные ты ощущаешь своим носом, вот как будто бы здесь такой кофе. Но, конечно, больше это про белые лепестки, про кремово-уходовую чистоту, про воплощение женственности в ароматах. Больше это в ту сторону. Но, опять же, где-то далеко-далеко-далеко-далеко в дружбе с мускусом можно уловить небольшие, совершенно такие размытые акварельные кофейные мотивы. Ну что, мои дорогие друзья, вот такая подборочка, целых 10 ароматов с нотой кофе, совершенно различные вариации сегодня присутствовали в нашем обзоре. И я очень надеюсь, что мое любимое хобби снимать для вас видео, обзоры, приносит пользу, радость и, возможно, какой-то глоток хорошего настроения. Буду очень рада, если вы оставите комментарий, поставите лайк этому видео и напишите, пожалуйста, какие кофейные ароматы знаете вы и какие живут именно в вашей коллекции. Желаю вам прекрасного, замечательного, самого лучшего дня. Я вас обнимаю, увидимся совсем скоро. И с вами была ваша Виктория. Пока-пока.